Давай, поехали отсюда, поехали. А, иди в жопу, я сам поеду. Ой-ой. А, окружают свиньи. Успею в поворот проскочить. Чё они все такие тупые, блядь? Я у них перед носом в поворот ушел, они не заметили. Ребят, чё в играх такие тупые копы? Блядь. Пиздец. Я прямо у тебя перед носом проскочил, дегенерат, блядь, ты слепой. Пиздец, блядь. Ребят, чё они такие тупые? Чего они такие тупые? Дебилы, блядь. Дебилы тупые. Идиоты. Блин, пиздец, ребят. Да и тупые. Насколько я помню, тут где-то рядом должен быть вертолет. Где-то вот поблизости. Только я не помню, где именно. Но я точно помню, что он где-то был. Где-то вот здесь был вертолет. Я это точно помню. Так, понятно, вертолет был здесь, и сейчас здесь его нет. Так, я, пожалуй, поменяю машину. Это что? Мне, видимо, не нужно. М, Р, Mission Row. Интересно. Скорая помощь. А это что это? Это уже, я так понимаю, полиция. А что скорая помощь и полиция в одном месте стоят? Ну, нормально так, спокойненько сел, даже никто это самое в погоню, ничего это. Нормально. Так, хорошо. Куда я хотел поехать? Куда я поехать-то хотел? Все, погнали. Во. Поехали. Капец, полицейская тачка быстрая. Не все спорткары до такой скорости разгоняются, ребят. Смотрите, как она быстро-то летит. И все дорогу уступают. Ай, ребята, как же кайфово. Смотрите, все уступают, все. По встречке можно ехать, все будут разъезжать. Ах ты, пидорас, не уступил. О, да. Куда ж ты полез? Теперь бампер от крови мыть. Ну, смотрите, ребят, реально так все разъезжаются прямо дорогу полиции. Блин, я подумал, это прицеп, ну. А,
Обалдеть, ребята, как же кайфово быть полицейским. Ну или хотя бы ездить на машине полиции. Ой-ой-ой! Блять. Прошу больше так не делать, а то уебусь куда-нибудь. Красиво. Прости. Все, приехали. Вот он! К нему едем, 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 едем быстрее, к нему быстрее. Прикольная машинка. Да, вот он! Вот он! Так, я полицейский, я конфискую ваше транспортное средство. О, да! Чё, охерел? Я полицейский, ублюдок! Вали отсюда, бастер! У автоматик увидели, сразу уже не такие смелые стали, как раньше. А теперь, ребята, едем в город. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну едь быстрее уже, а то раздавлю сейчас нахуй. Поехали нафиг отсюда. Сейчас еще узнают, что я не настоящий полицейский. Пускай без нас разбираются. Да вы серьезно? Правильно, БелАЗ лучше пропустить, а то будет хуже. Чё? Ребят, не послышалось или он мне гудит? Не послышалось или он мне гудит? Нет, кажется, послышалось. Ему повезло. О, какая машина сзади хорошая едет. Надеюсь, он человек разумный и мне гудеть не будет. А то ему же хуже. И мне его машину как-то жалко. Есть же еще первое лицо. О боже, да, ребят. Да. О господи. Обалдеть, ребят, только что-то у него руль какой-то резкий.
О, да. О, да, ребята, да. Давно я на Белазе не ездил. Я в GTA-шку очень давно не игрался. И давным-давно не ездил на Белазе. О, да. О, боже, я уже забыл, какие ощущения от этого. О, боже, да. Да. Ребята, мы на Белазе. Ребята, я, кажется, понял, из-за чего пробки на дорогах в Питере, в Москве, там еще где-то. Потому что впереди едет вот такой вот БелАЗ по двум полосам, потому что на одной не помещается, а БелАЗ быстро ехать не может. Вот из-за этого все пробки на дорогах, ребят. Потому что как-то вот, ну, дорога как-то вот не рассчитана на БелАЗы. Вот не рассчитано, что вот двух полос, этого недостаточно, чтобы машины могли объехать БелАЗ. Это вот я сейчас к дорожным инженерам обращаюсь. Ребят, проектируйте дороги с таким учетом, чтобы БелАЗ мог проехать и не мешать движению. Самолет. Самолет наверху. Во, вот это другое дело. Сразу вот пробка уже рассасывается. Все могут уже обогнать и обгоняют. И все нормально уже. Ох, бля, мне поворачивать надо. Я сюда влезу? О, еле-еле влез. Езжай, а то раздавлю. Жить надоело! Упс. Ну вот, ребят, ну опять, ну вот дорожные инженеры, ну вот где вот... Почему вот не учли, что БелАЗы будут ездить по улице? Вообще-то при строительстве дорог надо учитывать все. Ну вот еще один. Сразу рванули. Испугались! Я на красный проеду, никто не возражает. Ой, бля! Ну, дорожные инженеры, ну вот что это такое? Ну вот едва-едва пролезаю. Так, если пустым ехать, то можно к концу поездки целый кузов светофоров сбитых набрать. Я, конечно, понимаю, что я еду на красный. Но, по-моему, все равно лучше меня пропустить. Ну, ехай уже, давай. Блять. Ну, вот что это такое? Вот что это? Вот что вот это вот это что такое? Куда ж ты лезешь? Ой! Горим! Горим! Фак! Горим!
Вот мудак. А это что? Это скорая красного цвета, что ли? Такая вот авария у нас произошла, ребят. Так, мы ведем прямой репортаж с, не знаю, какая-то улица. И у нас тут очень серьезная авария. БелАЗ проехался по крышам двух автомобилей. В результате чего... Вот это вот произошло. А главное, пожарники такие вообще так спокойненько, как будто у них такое каждый день, блин. Нормально, блядь. Пожарники, блин, как будто каждый день у них такая фигня на работе происходит. Ничего нового, сука. Нормально, блядь. Ну и чё, и кто мне будет страховку за БелАЗ платить? А, ну страховку компания страховая будет, да. А за моральный ущерб кто мне заплатит? А за то, что я чуть не взорвался, нахуй. Ты, сука, мне вот это вот все устроил. Ты, пидорас, это устроил. Сука, даже не избить его. Уже сдох, тварь. Ребят. Вот это, походу, и есть тот, этот самый зацеп на грузовиках. Ну чё он не едет, сука? Молодец, блядь! Взял светофор, разъебал. Ладно, придется ехать на трамвае.